Всем привет! Коротко и наглядно о погоде в Анапе 28 сентября 2018. Как это обычно бывает, мы на центральном городском пляже возле Гребенских ворот. Как это опять же обычно бывает, наибольшее скопление людей. И здесь еще даже не полностью убраны пляжные конструкции для навесов. И вот даже лежаки на всякий случай стоят. Сейчас около 12 часов дня, и температура воздуха на берегу моря около плюс 19 градусов. Как видите, при температуре около плюс 20, при легком ветерке с моря в конце сентября еще можно вполне получать загар. И чего там загорать? И купаться, как ни в чем не бывало. Ух, закаленные ребята. Температура воды в море около плюс 20, немного выше, чем температура воздуха. Конец сентября, и анапские пляжи погружаются в межсезонную безмятежность. Впереди у нас масса приятных прогулок вдоль моря, любование просторами песчаных пляжей, наслаждение свободным от большого количества людей простором и, конечно же, напитывание своих тел чистым морским наиполезнейшим воздухом. Ну и кому не холодно, тот продолжает заплывать в море. Макс тоже снимает для вас. Два погодных репортажа назад было еще лето, и я была в майке. Прошлый погодный репортаж около 10 дней назад я была уже в рубашке. И вот смотрите, сегодня я уже в легкой, но все же курточке. Надеюсь, что следующий погодный репортаж не получится у меня снимать уже в обнимку с лебедями, которые прилетают ближе к зиме. На этом все. Спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Рада делиться с вами погожими осенними анапскими околоморскими настроениями. С вами была Наташа. Еще увидимся. Пока!